Здарова, ребята, меня зовут Арман, и это у нас игра Clash Royale. Ребят, под прошлым роликом по игре Clash Royale вы набрали очень много лайков, и я надеюсь, что мы то же самое можем повторить и под этим роликом. Так что давайте-ка 150 лайков набираем, и выходит новый ролик по рояльчику, так что буду с нетерпением ждать. Ну а мы сейчас, ребят, давайте-ка откроем сундучок. Кстати, ребят, я немножко приболел, и мне прям капец как сильно болит горло, так что сегодня буду немножко трудно разговаривать, надеюсь, что вы меня простите. Вот. И я сейчас давайте-ка буду открывать наш первый сундучок. Тут нам, к большому сожалению, ничего полезного не выпадает. Дальше что у нас тут есть, ребят? Дальше у нас тут подарок есть. Это у нас золото. Угу, хорошо, золото мы взяли. Следующий наш подарок — это у нас сундук. Да, королевский сундук, скорее всего, да. Окей, тут у нас есть еще, ребят, вот такой вот бесплатный серебряный сундук. Открываем его. Так, этот у нас пусть останется здесь, да. Вот, и есть тут, ребят, у нас еще награды вот здесь. Вот, кстати, я на своем основном аккаунте вот эти подарки не взял еще. Так что там у меня дофига наград. Вот, и если вам понравятся вот такие вот ролики, то я буду снимать еще и ролик на своем основном аккаунте. Вот. Ну, тут, ребят, давайте-ка выберем обычных гоблинов. Хорошо. Золотой сундук нам, к сожалению, недоступен. Ну, окей. Давайте-ка сейчас мы... Так. Прикольно, ребят. Гонки дровосеков. Ну, не. В этом режиме играть не будем, а просто будем играть, ребят, в обычных боях. И постараемся, ребят, сейчас затащить пару гаток. Так. Чё тут нам делать, ребят? Пока что ладно. Ничего не будем делать. Опаньки, чувак решил начать с гиганта. Ну окей, тогда будем сейчас немножко дефаться. И пойдем, ребят, мы в атаку. Ох, еще и дракончик. Ну окей, тогда мы... А, бляха-муха. Не, хотел сказать, поставим, ребят, нашего дракончика. Но не, не тут-то было. Так, еще и стрелы. Есть такое дело. Так, ну вот сейчас, ребят, лучницы нам будут очень-очень сильно мешать. Это не так уж и хорошо, но во всяком случае сейчас у нас будет возможность идти в контратаку. Так, у чувака, по идее, сейчас не должен быть эликсирчика. Ой-ой-ой, не, все-таки был немножко эликсирчик, но наш гигант все-таки доходит. У нас, к сожалению, сейчас стрел, ребята, нет, но миньончики наши помогут гиганту, не? Но гиганту особо-таки они помочь не смогли, но во всяком случае, ребят, хпшечки взять от вышки они немножко смогли. Окей, тогда, ребята, мы сейчас опять-таки ждем и... пойдем-ка мы в атаку с левой стороны. Это, ребята, знаете, отвлекающий маневр у нас будет. Ага, чувак, значит, нападает с правой стороны опять-таки. Скорее всего, я так понимаю, он опять-таки с тем же составчиком будет стараться нападать. Ну, мы с левого фланга тоже, ребят, протачим, получается. Так, дракончик идет вперед. Сейчас, опаньки, опаньки, опаньки. Так, вроде как... Наша мушкетка справляется, не? Ну, минус, конечно. Так. Наша вышка, но... Не, ребят, не все так хорошо получилось, как хотелось бы. Все-таки надо было всех своих юнитов выпускать с правой стороны. Ну ладно, ничего страшного. Сейчас мы постараемся, ребят, отбить вражескую вышку. Надеюсь, что это у нас получится. Так, дракончик, давай. Так, дракончик, давай. Тащим, тащим, тащим. Не особо-таки получился затащить, но сойдет. Так, нам нужен фаерболчик, ребят, на правую вышку. Блин, не. Все, это ГГшечка. Мы, в принципе, сейчас можем стараться кинуть фаербол, но я не думаю, что мы сможем отбить еще и вторую вышку, потому что чувак прям по полной программе сейчас атакует и сейчас снесет нашу вторую вышечку тоже. Угу. Да, ребят. Давайте-ка хотя бы одну вышку попробуем сносить, а чё? Получится, не? Так, чуваки, идите нафиг, бляха-муха. Не, чувак просто уничтожил нас на трёшечку. Обидно. Ну, окей, минус 3 кубасика, но зато мы смогли
почти что выполнять ежедневное задание. Окей. Идем, ребят, еще раз сыграть в каточку, почему бы и нет. Погнали, посмотрим, какой соперник там попадется на этот раз. Пока что, ребят, у нас вторые соперники все время попадают. А чувак тут хочет сливаться, серьезно, почему? Почему, чувак, ты хочешь вот так вот сделать? Я не знаю, но ладно, раз уж хочет сливаться, то это хорошо для нас. Стараемся сейчас мы тут взять трешечку. Если, конечно, противник даст нам этого сделать, возможно, он просто тупо не захочет, ребят, нас поддаваться, да? Хотя не, вроде как сойдет. Нормально все у нас получается. Гигантика выпустим, ребят, мы сейчас тут, чтобы он отвлек гоблинов, и они не смогли сносить хпшечки от нашей вышки. Вот, ну и следом за гигантами пойдут у нас лучницы. Вот так вот. Выпустим-ка, ребят, мы еще мушкеточку сюда. Угу. Да, ребят, это изи-катка. Чувак поддается нас по полной программе. И это хорошо. Так, выпускаем еще наших миньончиков для конкретного добития. Вот, и ждем, пока, ребят, все у нас будет добито. Отлично. Вот так вот. На изи, ребят. Затащили плюс 30 кубков. Хорошо. Вот чем не нравятся эти мелкие кубки, это то, что тут при поражении снимается очень мало кубков. А при победе дается много кубков. Так, золотой сундучок, ребят. Давайте-ка откроем мы сейчас этот сундучок. Нифига себе, тут нам выпала карта. Нормально. Так, ладно, тогда давайте-ка будем прокачивать наших юнитов. И у нас будет сейчас второй уровень, я так понимаю. Так, да, второй уровень, только почему-то нам не показывали об этом. О, да, вот, был второй уровень, но... Окей, ладно, улучшаем, ребят, еще наш фаербол. Угу. Хорошо. Такими темпами, кстати, мы еще и до третьего уровня дойдем, ребят. Рыцаря тоже улучшаем. Ну, можно что-нибудь менять в нашей колоде. Но что именно, я сейчас не знаю. Гоблинов, конечно, было бы в идеале взять, ребята, для девчика. Не знаю, стоит ли нам это сделать или же нет. Ладно, давайте-ка сейчас еще и лучниц прокачаем. Все, лучницы уже у нас тоже прокачаны. Хорошо. Гоблины, давайте-ка вот... Этих гоблинов обычных будем тоже прокачивать. Они нам рано или поздно пригодятся, так что по-любасу их прокачать, ребят, нам придется. Угу. И немножко нам не хватает для получения нового уровня. Ну, раз уж такие пироги, то, ребят, давайте-ка получим еще и третий уровень. Сейчас, наверное, многие из вас скажут, что, мол, зачем тебе третий уровень? Ну, просто хочу, ребят, третий уровень, чтобы соперники попадались немножко пожестче. Вот, просто так. Ага, окей, все, это тоже у нас прокачано. И третий уровень, отлично. Все. С этим разобрались, ребят. Сейчас вместо чего взять наших гоблинов. А давайте-ка вы напишите в комментариях, вместо чего нам взять этих гоблинов. Я пока что возьму их вместо лучниц. Вот, а вы напишите, вместо чего можно было бы их поставить. Вот, и возможно в следующем ролике сделаю именно так, как вы напишите. Вот. Ну ладно, идем, ребят, еще одну катку сыграем. На этот раз против чувака, у которого уровень меньше, чем у нас. Это уже хорошо. Вот. Ну давайте-ка посмотрим, что у нас тут будет. Кстати, чем выше у нас уровень, тем больше хп на нашей вышке, ребят. Это тоже, ребят, дает такой небольшой бонус. Вот. Ух, нифига себе, хугушка, серьезно. Серьезненько. Ок. Так, ладно, давайте-ка сейчас попробуем мы отбиться от всех этих чуваков. Вражеский дракончик, по идее, сейчас должен отвлекаться довольно неплохо. Сейчас. Так. Ну. Ладно, давайте-ка закинем все-таки стрелы. Вот, чтобы наша мушкетка очень сильно не страдала. И тут чувак почему-то поддается, серьезно. Или просто не знает, как правильно кинуть фаербол. А не знаю, ребят, если честно, в чем был подвох, но во всяком случае это выглядело немножко странно со стороны врага. Но чувак, смотрите, ребят, неплохо так атакует, получается. 400 хп стоял на нашей вышке. У него есть хок, ребят, про это не надо забывать. Хок все-таки довольно-таки жесткая тема. Вот. Ну ладно, рыцарь наш доходит, тоже минусует довольно-таки... Приличное количество хпшечек. Мы выпускаем нашего гиганта. Стрелы закидываем. Ну и... а не будем. Хотел выпускать... Так.
Еще и мушкетку, но не стоит. Так, ага. Сейчас наши гоблины будут прикрывать гиганты, я так понимаю. Гоблинов-копейщиков они завалят. Да, ребят, гоблинов-копейщиков они завалили. Ну и, собственно, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Черт, чувак возьмет нашу вышку тоже. Так, Хогушка, давай вздыхаем. Бляха-муха, минус вышка. Ну тут, в принципе, мы можем даже на трешку, ребят, рассчитывать. Или не стоит. Чувак, скорее всего, пойдет на трешку, но мы этого сделать не будем. Мы лучше пойдем на две. Так, мушкетка, давай защищаемся. Есть такое дело. Так, стрелы-то тут нам понадобятся. Вот так вот. Еще надо будет защищаться от вражеского гиганта. Вот, и от Хога. Хотя не от Хога, мне кажется, не стоит защищаться, потому что миньончики сами сделают всю работу. Так, сейчас чувак, наверное, обрадовался, что типа пропустили, не? Не знаю, но во всяком случае, пока что у нас все довольно-таки хорошо получается. Фаерболчик мы даже не потратили, ребят. Так, наша мушкетка добивает, и все. Вот так вот. Не сказал бы, что прям изи победа, но во всяком случае получился, думаю, вполне себе, ребята, неплохо. И заработали 3 короны, и это означает, что мы что-то получим, да, тут? Или нет? Не, пока что ничего не получим. Окей, все понятно. Так, а тут? Тут тоже, ребят, у нас ничего нет. Ладно, друзья, давайте-ка на этом закончим наш сегодняшний ролик. Всем огромное спасибо за просмотр. Еще раз, ребята, извиняюсь за голос. Просто мне сейчас прям крайне сложно говорить. Так что, надеюсь, вы поставите лайк под этим роликом и обязательно будете подписаться. Так что буду ждать нас. С вами был, как всегда, я, Арман. Всем удачи, ребята, и всем пока.